Всем привет, вы на канале Lil Po, и сегодня по вашим многочисленным просьбам я снимаю для вас новый видеоурок на роликах квадах. В этом видео вы узнаете, как выполняется прыжок в шпагат. На самом деле этот прыжок довольно простой, и я научилась делать его одним из первых. И сейчас я хочу показать вам, как он выполняется. Прыжок в шпагат относится к зубцовым прыжкам в фигурном катании и толчком, как я их называю, в катании на роликах-квадах. И сейчас я вам покажу момент из сериала с объяснением техники этого прыжка. А потом расскажу вам своими словами и поделюсь личным опытом. Нагрузка на тормоз, колени сильно пружинят, толчок наверх обеими ногами. Посмотри. Для того, чтобы выполнять данный прыжок, сначала нужно научиться делать подсечку назад, потому что это один из главных моментов, так как с нее начинается именно выполнение данного прыжка. После подсечки тормозом правой ноги вы толкаетесь вверх и раскрываете ноги в шпагате. Приземляясь, поменяйте ноги местами и толкайтесь вперед левым тормозом. Во время исполнения данного прыжка в шпагат я советую вам руки держать наверху, так как это будет более удобно и красиво смотреться. Если у вас хорошая растяжка, то я советую вам брать амплитуду выше, подпрыгивать и раскрывать ноги в шпагат. Самое главное правило, которое вы должны запомнить, это то, что корпус нельзя заваливать вперед, потому что после приземления у вас есть шанс упасть вперед носом. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы научились делать данный прыжок. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео, узнавать о них самым первым. Ну и всем пока-пока. Я вас очень сильно люблю и встретимся с вами совсем скоро. Пока!